нас очередное занятие в подростковом клубе. И мы знакомимся с профессией. То есть мы там проходим разные группы там, по медицине. Вот у нас следующее занятие с флористом будет. Выходы в различные организации у нас были. Ребята знакомятся с профессиями. Так как в общепите наши ребята вполне могут работать, то нам интересно познакомиться с производством, с изготовлением. Им вообще очень интересно. Они, во-первых, повзрослели, они более осознанные, то есть они и с поведением практически очень у многих, у которых были большие проблемы. Тем не менее, они идут. Синтек нам очень, кстати, в этом помог. Вот мы к ним обращаемся, потому что ну, не везде могут нас пустить и в таком количестве, и с таким исходником. Анна Алексеева отметила, что особенным детям также важно изучать различные профессии, чтобы в будущем они могли реализовать себя и найти применение навыкам, которые приобретают на мастер-классах. Несмотря на то, что особенным детям любая работа дается сложнее, они способны реализовать себя в определенных профессиях. Повар, флорист, спортсмен. Что ты делаешь? Печешь? Да. Печешь? Да. Сложно? Да. Сложно, да? Да. Но ты рада? Да. А что бы ты хотела сделать потом с этими кексами? Скушать? Да. Вот, вот так. Да. Тебя записывают. Ты сегодня не только готовишь, но еще и на камеру попал. Тебе, в принципе, хочется быть поваром, да? Да. Нравится профессия? Да. Я рад, что тебе. Это вот записывать звук здесь. Привет. Вот, скажи привет. Привет. Скажи, тебе нравится готовить? Да. Ты потом поваром будешь? Нет. Нет? А кем ты хочешь стать? А? Не скажу. Не скажешь, да? Ну ладно, пусть это будет твой секрет. Про машину так понимаю. Это вам только нужно. Чтобы тебя было видно хорошо. Да. Стоит отметить, что проект реализуется при поддержке компании Синтек Групп, которая дает возможность ребятам участвовать в интересных мастер-классах с представителями различных профессий. Роман Большаков, повар кафе «Сававарит», отметил, что с удовольствием провел мастер-класс по приготовлению десерта и напитков для особенных детей. Должно все получиться чудесно, потому что мы добавили самый главный ингредиент – это любовь. Если мы говорим действительно о ребятах с особенностями, то, конечно, тут даже намного лучше. Здесь же, наоборот, какая-то всеобщая любовь, доброта. И самое главное, то, что чувствуется восприятие детей, что они слушают. Да, понятно, что они не всегда могут концентрировать внимание, да, ну, вот когнитивные функции чуть-чуть ограничены. Но, тем не менее, в те моменты, когда они смотрят на тебя, когда они это делают, ну, я получаю большое удовольствие. Программа «Профориентация» была создана для того, чтобы каждый особенный ребенок мог изучить профессию, которая ему интересна. И вот так вот. Все. Ты снимаешь сам. Кто хочет бананы, ребят, вы поможете? Смотри, можно увеличить. Еще можно увеличить. Это айфон. Нет, не айфон, но просто телефон. И вот снимаешь. Не айфон. Теперь ты оператор. Родители рассказывают, что дети, участвуя в программе «Профориентация», становятся более коммуникабельными и спокойными. Если раньше им было сложно находиться в присутствии посторонних людей более 10 минут, то теперь они могут общаться и взаимодействовать более часа. Для них это большая победа. Луиза Башманова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.